холестериновые бляшки. А при чем здесь холестерин? При чем здесь холестерин? Если бы не наши дырявые сосуды, а Наталья Петровна Бехтерева, говорит, если твой иммунитет работает правильно одни сутки, то за одни сутки восстанавливается 1/2 эпителия желудочно-кишечного тракта. За одни сутки 25 грамм крови, за одни сутки 20% кожи, за одни сутки, а если иммунитет работает правильно 2 года, то у тебя восстановится, полностью восстановится печень, вырастет новый орган, потому что печень – орган благодарный, и он, если только если не стресс…